Здравствуйте, у вас есть проблема с кротом на приусадебном участке или в саду? Вот самый простой способ избавиться от вредителя. Испытание длилось 3 года, на проверку результат оказался неожиданно удовлетворительным и эффективным на 90%. Как мы это делаем? Розваляли копчик. Чтобы выйти в коридор. До коридажика. Затем вливаем нормальную человеческую мочу. Людський моч. Або нагромозонний скутечніший. Вже... Накопив более действенный. Или прямой. Безпосередньо. Наступні... Затем засыпаем почвой и разравниваем. Землю. Так. И выровняем. И после проблемы крот выезжает, оставляя зеленую траву. Оставляем зеленую травку. Удачи в этой простой процедуре. Życzę powodzenia w prostym działaniu.